На этом видео мы с вами обсудим просьбу о дожде в девятом благословении. Предыдущее видео из этой серии по урокам из конца Скроловского Сидура, там мы обсуждали второе благословение и упоминание дождя зимой, а теперь девятое благословение и просьба о дожде зимой. Во-первых, сразу замечу, что есть разница между Ашкеназим и Сефарадим, и, кстати, некоторые хасиды тоже как Сефарадим делают, а именно девятое благословение у Сефардим сильно отличается лето от зимы, то есть совсем другой нусах. Летом они говорят «Бархейну Ашем Элокейну», и это короткий нусах, а зимой говорят «Барехалейну», «Благослови нас», и этот нусах больше похож на ашкеназский, но гораздо длиннее. У ашкеназим же разница между летом и зимой всего в трех словах. То есть зимой говорят «Дай нам росу и дождь», а летом мы говорим просто «Дай нам благословение». Фактически разницы в законах никакой нету между сефардим и ашкеназим. Разница только в обычаях, как говорить эти брохи. Но в законе главное, сказал или не сказал про дождь, попросил ли дождь. Поэтому, если, например, сефардский еврей по какой-то причине сказал летний нусах, но попросил дождь, это все равно, что он сказал зимний нусах. Или, напротив, если он в зимнем нусахе не попросил дождь, то он все равно сказал, что сказал летний нусах. Главное, это дождь в этом благословении в отношении вот разницы сезонов. Так вот, если попросил дождь, когда не положено, или если, наоборот, не попросил дождь, когда положено, в обоих случаях человек не выполняет заповеди, нужно возвращаться. Но вопрос, куда возвращаться и как поступать. И вот здесь есть несколько деталей. Мы, как в предыдущем видео, не будем все читать из Аскрола, только приведем общие эти законы, потому что все их трудно запомнить, хотя бы человек будет знать, когда спросить. Значит, мы уже обсуждали, что вне земли Израиля просят дождь не в то же время, когда в Израиле. В Израиле уже начали просить, начиная с 7-го Мархешвана. А вот вне земли Израиля начинают просить дождь. Сегодня это получается в этом столетии. Это будет всегда в ночь с 4 на 5 декабря. То есть Марев еще, если молятся до полуночи, еще это 4 декабря, потому что у неевреев, да, до полуночи считается предыдущий день. Но это ночь на 5 декабря уже. Для нас следующий день начался. Вот. И это все, если следующий год, нееврейский следующий год, не высокосный. Но если следующий год имеет февраль, в котором 29 дней, тогда мы на день позже начинаем просить дождь. То есть в ночь с 5 на 6 декабря. На чем основана эта логика? Ну, вы понимаете, главная идея вот этого календаря, где каждый четвертый год февраль имеет на один день позже, на один день больше. Это потому, что в среднем, да, нужно, чтобы раз в 4 года было на день больше, потому что в среднем четверть примерно дня, средний год, да, 365 с четвертью дней. Там на самом деле еще есть поправки, это уже раз там в 100 лет, и мы сейчас не будем на этом останавливаться. Во всяком случае, идея, что нужно раз в 4 года добавлять один день. Но какой именно выбрать год как начало отсчета, это в принципе не важно. Можно было бы представить себе, что вот сейчас считаются, да, те годы, которые делятся на 4 по нееврейскому календарю, они будут высокосными, там тогда 29 дней в феврале. Но могли бы, например, сделать так, что все годы, у которых 3, остаток 3 по модулю 4, то есть на год раньше бы делали февраль 22-дневный, правильно? 29-дневный, правильно? Ведь неважно, какие именно феврали выбрать, каждый четвертый, но начиная с первого, или начиная со второго, или начиная с третьего, или начиная с четвертого. Так вот, могло бы быть все на год раньше бы, каждый раз был бы лишний этот день. Так вот, фактически для нас, получается, для вот этого подсчета, мы считаем на год раньше. В этом здесь логика. То есть, представьте себе, если бы февраль всегда был на год раньше 29 дней, тогда бы мы всегда просили дождь в ночь на 5, с 4 на 5 декабря. Потому что уже в предыдущий год все бы сдвинулось на день. Но получается, что так как у неевреев только следующий год будет февраль 29 дней, то у нас, когда следующий год 29 дней февраль, как будто уже сдвинулось, поэтому мы ждем на день позже. И в такой год, да, мы начинаем просить дождь только в ночь с 5 на 6 февраля, да, в ночь, вечер 5 февраля, который перейдет эта ночь уже в 6 февраля, после полуночи. Декабря, извиняюсь, конечно, декабря. Все это в декабре. Значит, мы всегда просим дождь вне земли Израиля, либо в ночь с 4 на 5, либо в ночь с 5 на 6 декабря. И если человек
попросил дождь, когда не положено, то ему нужно возвращаться в начало этого благословения. Если он, наоборот, не попросил дождь, когда нужно было его попросить, тогда он продолжает молиться. Это вот одно из исключений, что ему не нужно сразу возвращаться в эту броху. Потому что он еще может компенсировать в брохе в шуме от фила. То есть он продолжает молиться, доходит до шуме от фила. И в этой брохе говорит только слова «и дай дождь и росу для благословения». Потому что в шуме от фила можно разные просьбы составлять. И Хазаль установили, что если пропустил в 9-й брохе, то можно в шуме от фила попросить дождь. А вот если уже в шуме от фила не попросил, уже к следующей брохе перешел, тогда нужно возвращаться теперь к 9-й брохе. Ну и, конечно, если закончишь Шмоне Эсре, то есть сказал «Июли рацон им рефи вегион либи», «Лифанеха ашем цури вегуали», сказал в последний раз, то есть готов уже отходить назад, то тогда ему теперь нужно возвращаться назад с начала Шмоне Эсре. Всегда, когда уже сказал полностью всю молитву, то теперь, если что-то было сказано неверно и не засчитывается, ему нужно просто заново молиться все Шмоне Эсре. Получается, есть в случае забывчивости зимой есть три варианта. Да? Если забыл сначала в брохе Барейхалейну, то можно сказать Шумет Фила. Если в Шумет Фила забыл, то возвращаешься в Барейхалейну. А если вообще закончишь Монесе, то возвращаешься в самое начало. И еще мы уже обсуждали, что есть места, в которых дождь, в принципе, нужен и летом, или в какие-то, во всяком случае, части лета. Например, во многих местах дождь нужен был примерно до Шавуота. Очень сильно нужен был дождь, иначе урожай не соберут. Вот. И были места, наоборот, где рано нужен дождь, не только с декабря, но и примерно с времени, когда в Израиле начинают просить дождь, то есть с где-то октября, да, с времени 7-го Мархешвана, это часто октябрь, или, в этом случае, ноябрь. Вот. И в таких местах, в принципе, если очень нужен дождь, то хотя мы не следуем мнениям, что там нужно просить дождь, не как установили Хазаль в Вавилонии, но, по крайней мере, если уже попросил, то после факта молитва засчитывается по букве закона. Так мы постановляем Халаху, что если в местах, где очень нужен дождь, попросили дождь, в принципе, Леотхила не следовало бы просить дождь в 9-й брохе. Если нужен дождь, действительно, тем более, если засуха, то просят в шуме от фила. Но если попросили дождь в 9-м благословении, так как, в принципе, совершенно не очевидно, почему мы действительно просим дождь, как в Вавилонии. Климат у нас не как в Вавилонии. То поэтому постановили мудрецы, что после факта хотя бы по букве закона молитва засчитывается. Ну и желательно, конечно, прослушать Шмоне Эсре, повторение Хазана, и иметь в виду бытьется с ним на случай, если все-таки человек не выполнил заповедь. Или еще вариант, если у человека концентрация не хромает, он может концентрироваться на молитве, то стоило бы помолиться Шмоне Эсре еще раз, с условием, что если я выполнил заповедь уже, тогда сейчас я молюсь как добровольную молитву, а если не выполнил, то сейчас молюсь как главную свою молитву, да, раз я не выполнил заповедь. Это все потому, что мы не уверены на самом деле, выполняешь заповедь или нет. Если попросил дождь в местах, где он нужен, попросил дождь не во время, в которое установили для Вавилонии. В всяком случае, Талмуд ничего не обсуждает насчет других мест, но в их время почти все евреи жили не очень далеко от Израиля, и климат был у всех почти похожий. Поэтому вот встал вопрос. Во всех законах мы следуем Вавилонскому Талмуду, но здесь, казалось бы, должны следовать тому, что нужно для этой страны. Поэтому хотя бы после факта мы полагаемся на эту логику, что если попросил дождь в местах, где он нужен, то, по крайней мере, после факта, может быть, он выполнил заповедь. И если вам... Ну, конечно, если человек не уверен, что он сказал, мы уже говорили, что 30 дней считается, что он сказал по-старому, а после 30 дней считается, что он сказал по-новому. То есть для нас, получается, до где-то начала января считается, что по умолчанию, если человек не помнит, что сказал, он будет все еще говорить как по-старому, не просить дождь, и значит, нужно будет возвращаться. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. И если у вас есть замечания и вопросы, пожалуйста, оставляйте их. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.